Доброго времени суток, граждане и гражданки, с вами Моритурус и печальное видео из арматуры. Печальное видео о том, что халявы, сука, в жизни не бывает. Так точно не бывает, нет? Вот если вы вдруг думали, что разработчики игры, в отличие от, например, нашей любимой картошечки, они сделают как что-то такое интереснейшее и прикольное, ну как в свое время они ввели там, например, Тайпа, да? Вот. То сейчас, извините, ребят, если вы поиграли на 23 февраля и заработали вот эту вот чудо-машину, то, поверьте мне, это не халява. Это... Я не знаю, как это, в общем, обозвать. Я чуть позже покажу видосы, которые я записал с представителем этой машины. И как бы с представителем нашего советского прототипа. Ну, понятно, что как бы данная машинка это прототип, вернее, прототип ее это BMP-1. Но если на четвертом уровне у нас BMP-1P, то есть здесь у нас, ну, оснащенная как бы ПТУРом, да, то здесь у нас полнейшее говнище. ПТУРа нет, брони нет. Блять, да, я не знаю, оружия нет, орудия, блять, полный пипец. То есть вот четвертый уровень, да, просто я не очень люблю сравнивать что-либо, но хотел бы вот показать на самом деле на примере, да. Вот две машины четвертого уровня. Они обе в игре не нужны. Это мое личное мнение. Можете вас парить, что хотите делать, кидаться в меня какашками, там писать дикие комменты и так далее. Но да, у нее лучше время перезарядки на каких-то там 0,06 секунды. Да, у нее вроде бы как получше урон в минуту. Блять, ну еще надо попасть. Еще надо, кроме того, что попасть, надо еще попробовать пробить вообще, блять. А вот, то есть, что еще? Да. Я вот ищу еще какие-нибудь плюсы, но у них просто нету этих машин плюсов. То есть однозначно, если просто BMP-1P это говно, то BMP, вот этот BWP-1M Puma это говнище в квадрате. Спасибо вам, разработчики. Просто гигантское человеческое спасибо за то, что вы подорвали мою лично мою веру в эту игру. Думал, что еще, возможно, она раскрутится и будет чем-то нас удивлять, но нет, не будет. Пожалуйста, вам то же самое, что и в картошке. Был говно танк, мы сделали говно прем. Точно такой же, но еще хуже. Поэтому жопа, полная жопа. В общем, в подтверждении моих слов хотел бы показать вам два ролика. То есть в одном из них это BWP-1M, а во втором, соответственно, BMP-1P. Вперед! В бой! Нет, вот, вперед. Большая просьба, уберите, пожалуйста, от экранов детей, блять, потому что сейчас будут маты. А вернее, они уже пошли. Вот оно, это чудо польской инженерной мысли. Этот шедевр Варшавского договора, блять, BMP... Ну, вернее, БМП это по-нашему, а по-польски это, блядь, будет Пума. Сука, какая нахуй Пума? Как вы, блядь, могли оскорбить это бедное благородное животное? Ой, господи. В общем, для чего они ввели эту прем-машину, я, откровенно говоря, не понимаю. Для того, чтобы просто люди, у людей бомбило, как у меня, и они больше перестали вообще навсегда-навсегда играть в эту игру. Блять, у них это удалось. Я реально, я сейчас, блять, не выиграю. Я просто, блять, больше не буду играть. Потому что я поиграл уже где-то 10 боев на этом танке. И это был полный пиздец, блять. Ну его нахуй, я вам могу сказать так. Блять, более убогого танка, блять, они просто не могли ввести.
Я, конечно, понимаю, что они поклонники, блядь, картошки, и они делают... Уже начали во многом поступать так же, как поступает картошка, блядь. Но нужно, по-моему, брать какие-то положительные стороны. Вместо этого, блядь, они взяли говнотанк, сделали его прем-машиной, блядь. Узел уничтожен, блядь. Да и хуй на него, на этот узел, блядь. Ему от него ни горячо, ни холодно, блядь. Опа! Блядь. Ну и что мы будем делать с ним? А ничего, блядь, он сейчас пронесется, блядь. Мы в него нихуя не попадем. Потому что попасть, блядь, на ходу из этой машины, блядь, вообще практически нереально. Блядь, не могу, просто не могу, блядь. Он уже почти доехал до нашей арты. Жопа, жопа. Я уступаю ему в скорости, блядь. Я уступаю в маневренности, в целкости, блядь, во всем. И это прем-машина 4-го уровня. Господи боже ж ты ж мой, а? Блядь. В общем, не знаю даже, откровенно говоря, что сказать по этому поводу, блядь. Что-то сказать, конечно же, надо. Блядь, сейчас просто уничтожит нашу арту. Все, я больше ничего не могу сказать. Господи, ну хоть бы мне доехать до него, что ли. Это было бы уже хорошо. Пробили. Отлично, ну еще... О, блядь, ребята, да вы просто... Ворошиловские стрелки. В общем... Я, конечно, ожидал, что танки российские, советские в этой игре будут говнястые, поскольку разработчик-то у нас америкосы, да? Блять, ну я не думал, что у нас только все-таки поляки как-то там, ваши там, я не знаю, эти союзники, что ли, хуй его знает. Ну, они в НАТО там типа того вступили, блять. Не пробили. Да, не пробили. И вот это я слышу, блять, на этой машине постоянно. То есть с завидной регулярностью. Здесь слышится сообщение. Не пробили, потому что не пробивает он практически никого. Ну, кроме там, конечно же, каких-нибудь, блядь, машин с такой же великолепной броней. Я не знаю, сделанной из китайской шоколадки, блядь. Современного, причем образца китайской шоколадки. Блядь, вот это вот, который не то что пальцем, блядь, я не знаю, чем... Можно проткнуть, блядь. Я вижу цель, а хули толку? Даже если я в нее попаду, я же ее никогда в жизни не пробью, эту цель. Да. Я в нее еще и не попаду, блядь. Ой, господи, боже мой. На самом деле... У ВНов у нее никаких, блядь. То есть стрелять можно только исключительно по прямой. Как машина разведки, то есть подсветки, она не годится, блядь, потому что ее не засветит только ленивый, блядь. Она светится отовсюду, блядь, светится как новогодняя елка. Отлично, блядь, ну хоть что-то, блядь, ёптить-моптить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну. Не пробили. Не пробили, ну вот. О чем я вам, в принципе, и говорю. То есть, нахуя, блядь, эта машина нужна? Непонятно. Видимо, для того, чтобы, блядь... Для того, чтобы, блядь, ребята из союзной команды, блядь, просто ругались на вас матом постоянно. Потому что они будут вас ненавидеть, когда вы будете играть на этой машине. Наверняка они уже все знают, что эта машина гигантское говнище. Боже ж ты ж мой, неужели я еще даже в кого-то попадаю? Потому что попадать на этой машине так же сложно, блядь, как спрятаться на ней. Практически невозможно. Поеду я, доеду, хоть арту что люблю, а? Блядь, ну хоть какая-то польза от меня будет в команде. Так, что там, арта видна, видна. Ай-яй-яй-яй-яй, отлично, еще одна арта. Ну. Ага, пробил, но сейчас ее добьют, конечно же.
Ох-хо-хо-хо-хо. Чайки, как и, в общем-то, в World of Tanks, здесь распространены. Я вижу, да, я тоже вижу, и меня уже видят, как вы можете видеть. Но, откровенно говоря, вот это бой не показательный, потому что здесь я хоть что-то еще могу сделать. На самом деле, на этой машине, блядь, нельзя сделать ничего. Потому что она убогая, блять. На самом деле это просто команда, которая вытаскивает бой, а вовсе не машина играет. Вот честно вам скажу, блять. Потому что, ну, можете, конечно, меня, я не знаю, сказать, что я абсолютно не прав, что эта машина красавчик, то есть, что это у меня рука, что я рукожоп. Блин, ну не знаю. Вернее, я точно знаю, что вряд ли, потому что мои 60% побед были просто уничтожены этим великолепием, блядь. Да-да-да. Вот, видите, в башню, сзади в башню я его не пробиваю, блядь. Нахуй нужна этот... Нахуй нужен этот машин, блядь. Das ist fantastic, блядь. Ой, блядь. Если бы не его скорость, то... Наверное, вообще... Да и вообще, я не знаю, нет. Все равно ненавижу я, блядь. Я больше никогда, блядь, не буду играть на этой... На этом дерьме. Да ну нахуй, блядь. Ну вот видите, картонная броня, это просто жопа, блядь. Потому что... О боже ж ты ж мой, блядь. Нашу броню пробили. Да конечно, блядь. Что же делать? Как же быть? Отлично. Я не смогу его пробить. Или смогу? Ага, хрен наны, блядь. Не полезу я, в общем. Потому что и так победой в пизду, блядь. Не хочу больше я играть на этом танке, блядь. Бомбит меня. В общем, только что было бомбящий отрезок видео с Пумой. И вот хотелось бы теперь показать прототип той великолепной машины. То есть это советская боевая машина пехоты АТП, вооруженная ПТУРом. Это также 4-й уровень, но это не прям машина, это то, что у нас качается в игре. В общем-то, я еще раз повторяю. Я немножко успокоился, потому что в прошлом бою там заработал 3600 дамага, 5 с чем-то там тысяч опыта. Вот. Но на самом деле все равно та машина — это полное говнище. Вот. Я сейчас как бы хотел бы на сравнении поиграть на советском представителе. Ай-яй-яй-яй-яй, упустил я его. Плохо-плохо. Ну вот, вооруженным, я еще раз повторяю, ПТУРом. Блять, скорость полета снаряда здесь просто печальная, как бы. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Блять. Ох, хохонюшки, хохо, блять. Ну, понятно, что здесь танк вряд ли пробьется. Ну да. Поэтому попробуем зарядить ПТУРом. Может быть, ПТУРом удастся ему что-нибудь вломить. Не знаю. Отлично. Его еще перекрыли. Пробитие! Хорошо, ПТУРом хотя бы пробивается. Уже радует. То есть, если у прем-машины под названием Пума нет вообще никаких достоинств, поскольку пушка у нее никого не пробивает. Ну, пробивает, конечно, но только в зад, а до зада еще надо добраться. То у представителя советской инженерной мысли хотя бы есть наводящие ракеты, наводящиеся. Что хоть как-то спасает его на самом деле. Вот видим мы сейчас танк. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И хрен наны. Вообще неизвестно, куда он там улетел. Не видно.
Так, ну что, видимо... Есть попадание. Отлично, попадание есть. Следующим у нас будет тур. Пробили. Или не будет. Будет, 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 будет. Ну давай, 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 давай. Блять, что-то я ничего не понимаю. Куда делся мой птур? Уф, даже вот откровенно говоря, ну вот, ну нечего ком... Враг уничтожен! Слава богу. Блять, Аллах велик все. Ох, хохонюшки, хохо. На самом деле, действительно, это вот печальное видео, поскольку, опять-таки, только потому, что команда наша выигрывает, поэтому нет эффекта. И я умудряюсь что-то изобразить на этом танке. Потому что, ну, что-то реальное делать на нем просто очень-очень сложно. Потому что нет у него никаких... Да, конечно, блядь, заебись, блядь. Конечно, обнаружение, блядь, что же еще может быть? Блядь, как же так? Как же я промахнулся-то? Ядрит Мадрид! Уходим, 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 ребята. Хотя... Вроде бы как команда наша выигрывает, но каким-то чудесным образом Оф-40 умудрился зайти к нам с тылу. Каким чудесным, не понимаю. Да, так, мой союзник, к сожалению, погиб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто-то меня очень сильно светит. Но мне нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет эффекта, понятно, блядь, потому что я еще раз повторяю, пробить кого-либо на этой машине, блядь, невероятно сложно. Господи, слава богу, что противники, блядь, косые. Потому что если бы они хоть чуть-чуть попадали, блядь, мне был бы уже давным-давно пиздец. Нет эффекта. Нет эффекта, отлично. Просто сказка. Не пробили. Не пробили. Блять, хоть бы успеть ныкнуться, что ли, а? Так, че он там, заедет сзади или где он поедет, непонятно. Боюсь, очкую я у 40-го на самом деле, блядь. Нет, нет, он далеко. Слава богу, что команда противника здесь тупорылая. Потому что если бы это было не так, то я бы уже наверняка давно погиб. Ну, вот так, в принципе, продолжает погибать. Мои союзники. Не пробили. Етиткин, Матиткин, блять, я не пробил его в зад. Блять, это просто пиздец какой-то. Ну как это возможно, блять? Блять, пойти добить Лав 300, что ли? Ептать мать, не знаю даже, что делать. Сейчас, блять, пойдешь этого добивать, 40-й приедет, тебя грохнет. В общем... Куда ни кинь, всюду клин, как говорится. Очень-очень тяжелая машина эта. Блять. Играть на ней, блять, невероятно тяжело. Нужно уметь. Их, блять, ну ёб твою бога душу, сердцу мать. Вот о чем я и говорю. Ну почему меня все, кому не лень, меня засвечивают, блять, а? Ну как это может быть? О, боже мой! Вижу цель. Блять, вижу цель. Хули ты ее видишь? Пробили. Толку от того, что ты ее видишь, никакого, блять. Ну давай, 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 пожалуйста. Есть, хорошо, отлично. Да конечно, сейчас, ага. Смотри, не я там.
Бегу волосы назад, блядь. Уф. Блядь, очень тяжелый бой на самом деле. Ну, потому что просто, я еще раз повторяю, просто данный вид техники, да, конечно, он предназначен для того, чтобы перевозить пехоту. Да, не просто так придумали наши советские инженеры эту великолепную машину для пехоты, но никак не для танковых баталий, это однозначно. Потому что, ну, играть в качестве танка, ну, с кем тут он может соперничать? Да ни с кем. Из тяжелых танков, вернее, ОБТ, да, здесь, ну, слава богу, победа. Всем спасибо, всем пока, удачи, до зустрича. Чего-нибудь там пишите, блять, может быть, даже кликните. Спасибо, удачи, до зустрича.